Приветствую вас, и первое, что хотелось бы сказать, это то, что я согласен со своим коллегой Игорем, вот, что медицинское обследование вам обязательно нужно пройти, чтобы исключить заболевания, исключить болезни, вот, исключить какие-либо нарушения в работе вашего организма, вашего тела, вот. Но с точки зрения психологии, именно вот психологии, с точки зрения, ситуация очень похожа на механизм защиты. То есть вот такое ощущение, что вам не нравится по ряду причин мир, в котором вы живете, да, вот, ну, реальный мир, скажем так. И вы хотите от него уйти, из этого мира, да, из того мира, в котором вы живете, вы хотите уйти в мир нереальный, вот. В иллюзии, в дереализации, да, в, соответственно, какой-то фантазии, вот. Есть, правда, одна проблема, что и это, то есть уход, да, вы себе запрещаете. То есть вы вроде бы и хотите, да, вроде бы вы и хотите, но в то же время вы себе запрещаете это делать. Вот. Отсюда и, соответственно, панические атаки. Вот. Ну, как явление, да, именно как симптом, вот, скажем так. И с этим, на мой взгляд, тоже нужно и можно что-то сделать, да, то есть для начала понять, чего вы себя лишаете, для начала понять, что вам хочется, что вам, собственно говоря, нужно, вот, чего вы желаете. И дальше, потом, да, уже можно будет смотреть, что, собственно говоря, вам не хватает, чего вам не хватает, собственно говоря, вот. Ну, то есть это анализ того, как вы относитесь к себе, вот, к своим желаниям, к своим потребностям, вот, и как вы воспринимаете себя и реальный мир. Потому что, ну вот, панические атаки, которые у вас, ну, имеют место быть, они же, ну, не на ровном месте, как бы, образовались, да, они имеют под собой совершенно реальные основания. Вот. Ну да, вы не знаете, что это за основания, но они есть, эти основания. И они вполне себе
реально, вот. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание сейчас, на эпизод, когда, то есть на эпизод, когда у вас начались подобные, ну, проявления, да, то есть вот просто когда и с чего, то есть что послужило толчком к тому, что у вас появилось такое состояние. Вот. А мне кажется, что разбор подобного аспекта является очень важным. Вот, потому что напрямую связан с вашей реализацией. Вот. Значит, соответственно, нужно смотреть именно в этом направлении. Таким образом, если вы хотите разобраться с тем, что сейчас у вас происходит, вот, значит, то, соответственно, если вы хотите разобраться с этим, вот, то, соответственно, необходимо исследовать. Вот. Необходимо исследовать, смотреть, изучать, вот, и тогда уже будет понятно, что с вами, ну и как бы, что с этим делать, вот. На данный момент можно лишь только предполагать. Я предполагаю, что это механизм защиты, который возник в результате появления неразрешимого конфликта по вашим чувствам, по вашему восприятию. Вот. И вы начинаете убегать. Убегать вот в как раз ну, не совсем реальный мир. Вопрос от чего, почему и так далее. То есть, знаете, вам нужно смотреть на то, что происходит, да, с вами, как на проявление своих чувств. То есть, так себя проявляют ваши чувства. Но вы к ним не прислушиваетесь, вы не слышите, что они хотят вам сказать, о чем они говорят. Чего вам, что вам нужно? Вы не слышите этого, не чувствуете этого. Вот это и нужно раскрыть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.